Сияющий новизной волонтерский центр с уютными чистыми кабинетами и просторным светлым холлом прямо в центре города. О такой роскоши кировчане даже и не мечтали, когда обращались с просьбой во фракцию партии «Единая Россия» Кировского совета депутатов. Официальное открытие волонтерского центра – событие, которого в Кировске ждали очень многие. Под этой крышей уже сплотились 8 различных объединений. Это около сотни человек, которые приходят сюда постоянно. Представители этих обществ, вместе с ними все те, кто помогал реализовывать мечту, собрались в волонтерском центре, чтобы поздравить друг друга с победой. У нас очень хорошая история волонтерского движения в городе. Во-вторых, у нас очень хорошие традиции уважения старшему поколению. Поэтому вот сегодняшнее мероприятие, оно венчает большую сложную работу по переустройству этого помещения и по созданию здесь современного интересного центра. Хочется от души поздравить людей, что наконец-то свершилось то, к чему так долго шли. Но долго это не из-за того, что не хотели, а из-за того, что все делалось капитально, изнутри, именно для людей, чтобы конечный итог всех порадовал и радовал бы в дальнейшем. В планах на будущее – встречи с интересными людьми и полезными специалистами, сотрудничество с библиотекой и Кировским храмом, организация совместных праздников. А кроме того, есть желание ввести свободное посещение, привлечь кировчан, которые не состоят в местных объединениях, и сделать посещение центра для них обычным делом. Пожилых людей очень много, а собраться им негде. Я принесу сюда и шахматы, и шашки, что у меня все есть дома, чтобы только люди отдыхали. Это даже просто будет прекрасно, если люди будут сюда приходить и чувствовать себя здесь как дома. Открытие центра для Кировска – событие социально значимое. Получилось все благодаря поддержке, спонсорской помощи и объединенным усилиям города, компании «Фосагро» и предприятия «Апатит». Предприятие социально ориентированное, всегда оказывало помощь в открытии этих центров. У нас есть большой опыт в открытии центров и в населенных пунктах Кашва, Куки-Сумчор. И вот, наконец, событие у нас в Кировск пришло. Предприятие сделало очень много для оснащения этого клуба. Конечно, все очень рады этому событию. И надеемся, что этот клуб станет родным домом для многих северян, что они будут себя чувствовать здесь уютно и счастливо.